Пандемия внесла свои коррективы в рынок труда, сильно пострадал малый бизнес и индивидуальные предприниматели, увеличилась безработица. Для улучшения ситуации администрация Люберец подписала соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров. На встрече присутствовали руководители флагманских предприятий и представители ключевых образовательных учреждений округа. Трехстороннее соглашение между Люберецкой администрацией, Центром занятости и предприятием «Мостостроиндустрия» позволит сократить количество безработных люберчан. И мы должны каким-то образом максимально способствовать развитию бизнеса на территории, созданию новых рабочих мест. Более того, по целому ряду позиций те люди, которые сегодня у нас числятся в центре занятости, они не обладают теми профессиями, теми навыками, которые востребованы сегодня нашими предпринимателями. По словам директора Люберецкого центра занятости населения Ирины Кижватовой, в списке востребованных профессий мастер по маникюру, парикмахер, делопроизводитель, специалист по госзакупкам. Подписанное соглашение позволит уже в этом году отправить на обучение 245 человек и частично закрыть потребности регионального рынка труда, тем самым сократить количество безработных.